15-й гимназии есть такой экспериментальный класс с буквой «Л», «Лидеры», и учатся в нем одни девочки. Им предстоит подняться до очень высокого уровня знания в гуманитарных направлениях. Например, что касается иностранных языков, то к окончанию гимназии знать они будут английский, немецкий, китайский. Помимо общеобразовательных предметов, девочки будут учить правила международного этикета. Воспитание в семьях разное, и мы должны немножко девочек воспитывать более адаптированных к обществу, которое сейчас есть. И очень хорошо, что это прям в стенах школы проходит. Но много было задано вопросов, что не боимся ли мы, что они без мальчиков учатся в классе. Не боимся. Пока одним ученикам преподают привычные таблицы и правила, для 5-го Л организовали презентацию внеурочной деятельности. Учили, казалось бы, самым простым вещам, но учителя не совсем простые. Например, чемпион мира и СССР по парикмахерскому искусству Любовь Падалкина. Мы решили начать с простого. Научить девочек правильно за собой ухаживать. Но самый классический вид прически в школе – это хвостик. Хвостик, на самом деле, может быть очень разным. Хвостик действительно превратился в руках мастера в красивую прическу. Девочки в восторге. Еще и получили эксклюзивные украшения для волос от студентов института РУДН. И побежали дальше. Им предстояло вместе с флористом сделать небольшие букеты цветов, которыми можно украсить свой костюм, праздничный стол или подарок. Бутоньерка – это такое цветочная композиция, которая состоит из цветов из одного или пяти, да, цветочков, как я уже сказала. То есть максимум бутоньерки может быть 5 цветочков. Конечно, прическу я сегодня сама не сделала, но все же у меня это получилось. И вот такой красивый маленький букетик. Мне все очень-очень понравилось, и я уверена, что всем это тоже так же очень понравилось. Учились сегодня пятиклассницы и науки сервировки стола. Такое нестандартное обучение девочек в специальном классе стало возможным благодаря общественной организации «Лига женщин Мост Добра». Подобный класс должен появиться и для преуспевающих в учебе мальчиков. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.